Привет, зрители. Давно я роликов не выкладывал. Я снимал периодически. Просто что-то руки не доходят выложить. Надеюсь, этот выложу ролик. Канал работает, стримы есть, смотрите. Игры даже есть. Яйца обычные. Видите? Желток желтый. А здесь как оранжевый, более насыщенный. Деревенская, которая дороже. Это где-то там около 70, это около 100. По вкусу, ну действительно, это немножко получше. Я бы не сказал, что как-то мега капитально, но неплохие яйца. Вот, оказывается, бывают разные. Так, что такое? И с двумя желтками, да, бывают. Вот, и вот это деревенская. Ну, называется так деревенская, но, конечно, никакой не деревенская. Так, ну на этом все. Спасибо за просмотр. Пока, до следующего ролика. Подписывайтесь, ставьте уведомления. Будут разные обзоры. Ну и, конечно, не смотрите телевидение. Интернет тоже не смотрите телевидение. Вот, не верьте пропаганде российской. Она все обманывает.